Здравствуйте, друзья! Сегодня будем играть в первую из игр Робокоп на Денди, основанный на сюжете одноименного фильма. Так, у нас первая миссия. Идем и бьем всякую шалупонь байкеров. Цель нашей миссии – это подавить преступление. И будем обстреливать по пути преступников. А также собак, появляющихся здесь. А вот и собаки. Отстреливаем их. Пропустили ударчик. Еще один. Да сколько много у вас этих собак. Так, пополнили запас энергии. Вертушка. Вертушка полицейская. Так, босс. Против него не действуют пули, так что будем долбить его рукой. Благо у нас с вами турбо-джойстик. Все, первая миссия была пройдена. Arrest mode. City Hall crime in progress. Вторая миссия. По нам уже стреляют из окон. Также должны быть огнеметчики. От огнеметов надо желательно уворачиваться. Роботизированные огнеметчики. Так, заходим мы сейчас внутрь помещения. Проходим дальше. Подобрали пистолет. Преступники кругом. Запас энергии. Так, идем дальше. В той комнате ничего не было. Так, здесь опять этот здоровяк, на которого не действуют пули. Снова он, только уже синего цвета. На ходьбу и удары у нас расходуется энергия, от которого Робокоп может остановиться. Так, ломаем стену. Стену ломаем, аж экран трясется. Так, вот он, босс. Психопат, который захватил мэра. Надо стрелять в тот момент, когда мэр наклоняется. Иначе мы можем застрелить его.
Мэр убежал. Сейчас мы его загасим вручную. Все, мэр был спасен, а псих повержен. Нам объявляют благодарность. Factory. Narcotics trafficking. Будем бить наркобаронов. Наркобаронов на заводе. Сколько вас много тут? Поднимаемся на лифте вверх. Видим, сколько мешков наркоты здесь хранится. Потихоньку отстреливаем их. Поднимаемся на второй этаж. Так, аккумуляторы заряжаем свои. Спускаемся вниз. Вон супер винтовочка, надо бы ее взять. Она нам еще пригодится. Опять этот тип никак не угомонится. Поднимаемся наверх. Всем раздаем лещей. Прыжка пропустили удар. Дожидаемся лифта. У нас осталась половина заряда наших батареек. Заходим внутрь. Выбираем наш суперавтомат. Все. Миссия была пройдена. Дик Джонс. Senior Vice President of OCP. Пойдем в офис OCP.
паукообразные роботы ползают очень медленно. Получает маслину в бок. Так, заходим в помещение. Лазерная установка. Неплохо так жизни отнимает. Летающие ракеты. Берем нашу винтовочку. Винтовочка помощнее будет. Она нам еще пригодится. Огромная огнеметная установка. Была уничтожена нами. Быстрее убегаем. Битва с боссом. Надо стрелять по пушке. Аккуратненько, чтобы не затоптал. У него две полоски жизни осталось. Все, робот был повержен. Джонс, Клэренс, this is your last chance. У тебя последний шанс. Используй кобру. Здесь снова фабрика. Какой-то завод. Непонятно по производству чего. Подпольных роботов, пауков. Все жульбаны вооружены и опасны. Но мы с вами опасны. У нас есть пистолет. И очень мало жизни. Плохая пушечка. Будем всем раздавать лещей с прямым правом.
вертушка. Вертушка уничтожена. В прошлый раз он сбежал от нас, но теперь не сбежит. Главное не попадать под его обстрел. Какой живучий гад. Все. Так, идем мы по какой-то ленте для бытовых отходов. Вертушка мешает нам. Скидывает на нас бомбы. Так, мы доходим до конца этой ленты. Уничтожаем вертушку. Спокойненько идем себе, мочим дальше жульбанов. Попадаем в офис. Поднимаемся наверх. Берем пушечку помощней. Мы снова в офисе OCP. Лазерная установочка уничтожена. Босс. У нас есть супер винтовка. Красный робот, который нарывается на правосудие. У нас осталось мало заряда. Заряд кончился. И теперь начнутся отниматься жизни. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.